Детская мечта Натальи Малой создать свой вокальный коллектив осуществилась в 2012 году. В первом составе было всего 3 человека, но со временем число желающих профессионально учиться пению увеличивалось. И сейчас у Натальи 54 ученика. Название «Эврика» придумывали все вместе, но выбор репертуара преподаватель оставила за собой. Репертуар у нас огромен, каждые полгода он у нас обновляется, так как у нас 6 групп. 14 солистов, и, соответственно, у каждого не одно произведение. То есть у нас в год прям масштабная коллекция новых песен выходит и номеров, соответственно, на них. Свое десятилетие коллектив отметил на сцене Видновской детской школы искусств большим юбилейным концертом. Концерт длился у нас 2,5 часа, полностью мы его пели вживую, только живой звук у нас был. А в концерте принимали участие как учащиеся непосредственно сейчас, на данный момент, так и выпускники, а также наши друзья, танцевальный коллектив «Прутскидс», с которыми мы очень плотно сотрудничаем. Лето для «Эврики» – активная пора гастролей. Параллельно юные артисты успевают участвовать и в многочисленных вокальных конкурсах. В этом коллективе, помимо прекрасного обучения и замечательного педагога, вы найдете здесь еще очень много интересных людей, друзей. Вы обязательно найдете человека, с которым вам будет интересно. Моя мечта – это всегда я мечтала стать учителем по вокалу и звездой. У меня корни с музыкой, потому что у меня бабушка была известной певицей, прабабушка. И дедушка у меня, папа, он очень любил петь. И папа у меня тоже поет, занимается на скрипке. У меня сестра скрипачка. «Эврика» успешно сотрудничает с другими коллективами, известными артистами, а также берется за интересные творческие проекты. Нам поступило не так давно интересное очень предложение сделать совместный проект вместе с юным композитором, 12-летней девочкой. Ее зовут София Козырева. Она написала музыку и использовала в качестве слов на эту песню выдержки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Детский вокальный коллектив «Эврика» выступает на всех концертных площадках муниципалитета.